Добрый день. За окном зима. А зимнее время словно специально было предназначено для того, чтобы выполнять какую-то домашнюю работу. В русском крестьянском быту такой работы было много. Хозяин плел лапти. Хозяйки, дочери хозяйки, пряли пряжу, ткали холсты, из которых потом вышивали и шили рубахи. Занимались вышиванием узоров. Делали самотканные сарафаны, плели пояса. Было много всякой работы. Но наступало время, когда работа заканчивалась. Это было время святок. Начало ему положило Рождество. В пределах двух недель народ отдавался отдыху и развлечениям. Нанимали специальные избы, где собирались и старые, и малые. Водили святковские хороводы, пели святковские песни, загадывали загадки, играли в игры. И под конец, ближе к крещению, гадали о своей судьбе. Вот с таким вечером нам сегодня и предстоит с вами познакомиться. Святочные вечера были заполнены самыми разными событиями, интересными событиями. Сегодня мы в гостях у замечательного фольклорного коллектива «Венчик» из поселка Глинка, что в Смоленской области. И вот о том, как проходили эти святочные вечера, я хочу спросить участников ансамбля. Вот Бабнюр, расскажите, что у вас кроме святочных песен еще было вчера? Игры были. Берешь кольцо, носишь у себя, садятся все в круг. И носишь кольцо, и каждому в руку. А кому отдаешь, никто не видит, кому попало кольцо. А потом становишься посеред и спрашиваешь, кольцо на лицо. Он вскакивает, если его не задержали, значит, он водит и с этим же кольцом, он идет и обратно отдает кольцо. Ну, это кончается игра, тогда начинаешь в рыбку гулять. Делаешь так, садись полукругом, парень вводит в середине и это, и ловит, поймал. А что за рыбка-то? Рыбка, ну, крутит такое, как, типа, как жуту все равно. И садись кругом, и вот так берешь, и он уже не видит, вот так вот стройно садись, что даже не видит нигде, он же в середине сидит. Он ищет, найдет, значит, у кого найдете это, и этот садится человек на его место, он на его место садится. Вот так было у нас. А потом приносили кожу, вешали кожу, и подходит человек, вот, который ему захочет, скажет, ну что тебе надо, на сапоги? Если на сапоги, то ему отвалить хорошо, ремнем. Но, а кто говорит, на туфли мне надо, кто говорит, на шубу мне надо. Ну и все, это вот и бьешь и этого человека. Не один же подходит, а много их подходит. Играли в ремешок. Выносили стул, ставили его и ложили ремешок. Выходил парень, бил девушку ремешком, ложил. Если девушка не успеет сесть туда, и значит, она водит. А если успеет, он обратно водит. А захочет он на совет выйти с девушкой, вот. Он берет ремушок, стебает девушку и бросает на пол ремушок. И выходит вон.
Василий в день канун Старого Нового Года. Время, когда начинали гадать на судьбу. А что для этого нужно было? Нужна была шапка или блюдо, в которые складывались перстни или фанты. И каждому такому фанту или перстню пелась своя песенка, на которую потом получалась отгадочка. Тепленькая, мягенькая. Ну, спасибо. Богато жить, не бедно. Приспалить, вот так богато, еще приспалить. Ой, спасибо.